Всем привет! Сегодня я вам покажу универсальный рецепт бисквита для торта, который готовится всего из 3 ингредиентов. Несмотря на отсутствие разрыхлителя и соды, бисквит получается высоким и пышным. Из такого бисквита можно сделать торт или использовать как самостоятельный десерт к чаю, так как он фантастически вкусный и нежный. Для приготовления бисквита нам понадобится 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 5 яиц. Как видите, количество ингредиентов очень легко запомнить. Разбиваем яйца в большую миску. Добавляем стакан сахара. Хорошо все взбиваем миксером. Всыпаем муку и аккуратно перемешиваем ложкой по часовой стрелке. Переливаем тесто в форму для выпекания. Отправляем в духовку и выпекаем 40 минут при температуре 160 градусов. Вот такой бисквит у меня получился. Сверху образовалась небольшая горочка, но в этом нет ничего страшного. Его можно отрезать и перевернуть бисквит дном вверх. Вот так легко мы приготовили бисквит всего из 3 ингредиентов. Если вы захотите что-нибудь приготовить к чаю, то этот бисквит будет отличным вариантом. Но я не буду останавливаться на достигнутом и сделаю из нашего бисквита настоящий торт. В большую тарелку разламываем одну кондитерскую плитку. Добавляем немного сливочного масла и немного молока. Отправляем тарелку на водяную баню. Прокалываем наш бисквит шпажкой примерно до середины. Теперь наливаем в дырочки нашу пропитку. Осталось только смазать бисквит шоколадной глазурью. Для шоколадной глазури я растопила на водяной бане одну кондитерскую плитку и добавила 1 столовую ложку молока. Отправляем торт в холодильник на 30 минут. Наш безумно вкусный шоколадный торт готов. Он выглядит очень аппетитно. Самое время налить ароматный чай, чтобы насладиться великолепным вкусом нашего торта. Вы тоже сможете легко приготовить этот десерт по моему рецепту. Все ваши близкие останутся довольны. Всем спасибо за просмотр. Буду рада, если поставите лайк и напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.